Новый импульс велодвижению в Кентау придал велошеринг, прокат велосипедов. Фактически по всему городу в круглосуточном режиме заработали две автоматические велостанции, которые будут предоставлять на прокат 12 велосипедов. Велокартой за 500 тенге можно воспользоваться не только на территории города Кентау, но и в соседнем Туркестане и Шымкенте. Система автоматизированного велобайка призвана поддержать тех, кто не может позволить себе купить велосипед. Стоянки велосипедов будут расположены пока в двух местах – на площади Интымак и вдоль улицы Ясави. Если спрос на велосипеды будет расти, то планируется открытие стоянок еще в нескольких местах на территории города. Социальный проект «Велобайк» уже оценили школьники и студенты. Во время летних каникул они могут добраться на двухколесном транспорте в любую точку города. Спасибо, удобно. В музыкальную школу теперь буду ездить на велосипеде. И цена карточки, доступная для наших школьников, 500 тенге. Друзьям расскажу о новшестве. Уверен, им понравится.